Ребят, добрый вечер. Вот смотрите, комната готова. Вот эти темно-коричневые обои, 4 рулона ушло. У меня там осталось, наверное, 30 сантиметров. Вот такая краила. Вот. 5 рулон я не тронула. Хотя в рулоне тут было 1,04 м. Вот, все там русский миллиметр. Комната 18 метров. Вот в таком духе, ребята. Все поклеено, потолок покрашен. Так, на меня смотрит. Вот так вот. Вот где кондиционер. Ребят, тут я выкройку вырезала вокруг него. Ну, на полу. Вот, и потом уже как бы пришпандорила и чуть-чуть совсем подрезала под кондиционер. Вот так он будет. Все нормально, все отлично получилось. Батарея хоть и отключена, а на окнах вот испарена. Вот, ну, режутся они хорошо, как бы стыкуются тоже хорошо. Вот. Но сложность в том, что кромки встречные. Сейчас вам покажу, какой был инструмент. Ребят, вот какой был у меня инструмент слева направо. Рулетка, два шпателя, шпатулетка. Один нож как минимум должен быть для пола у вас, один для потолка. Малярная 18 мм, желательно с кружочком. Вот, вот прикатной бочка, шпателя нержавеющие. Вот развалился второй у меня, это зубр уже был, прикаточный валик. Кисть длинной ручкой. У меня все тут в двойном размере, все эти кисти, валики. Вот валик вот такой анзовский. И большой 25,10 клейсемин. Ну, по расходу нормально. Я вышла, как там написано, как бы на 5 рулонов, на 50 метров. Так и есть. Вот уровень у меня вот этот, а у хозяина был вот такой. Он выставлял лазерный. Вот губка. Там же там пишут не втирать, губкой надо было. Ну, мы так и делали. Вот нож тоже хозяйский. Мой куда-то запропастился у них тут в ремонте. Не могу его найти. Вот. Ну, вот в таком духе. Клей полимерный. Вот лоток 330 на 270. Ну, у меня всего, все их по две штуки. Лотка, кисти. Все валики у меня на палках. На деревянных. Вот. Стремяночка 5 ступенек. 6-я площадка. Вот длинная ручка. Вот такой. Потому что на площадке у меня лежат инструменты. Вот, вот, ребятки, зацените работу. Вот, в общем, я приблизительно на неделю от Николая ухожу. Остается часть коридора, которую я не докончила, комната, которая идет. Ну, там только поклейка. Ну, там вот эти арки и балки всякие. И он не хочет уголков. И прихожая, у него там шкафы сейчас стоят. Ну, он будет их разбирать, там они без задней стенки. Вот. И переходит это потолок гипсокартоновый. Но я его уже поклевала вот, в кухню. Вот, кухонные шкафы, он верхние кое-какие снимет, которые над столом. Вот, а которые над плитой он не будет снимать. Целлофаном их закроет. Вот, ну, говорит, детей, говорит, может быть, вот на 2-3 дня к дедушке в соседнем доме тут живет. Дедушка их, а ребятам прадедушка, значит, 87 лет. Вот. Вот, ребята, так он для. Вот хозяин будет, значит, сам этот кварцвинил класть. Он мне сказал, что он уже там клал его. Вот. Тут, говорит, 4 планки будут. Вот. В одном ряду. Вот это уже, ребята, шкаф у него тут будет стоять. Вот это в шкаф подсветка у него была выведена еще 10 лет назад. Говорит, сейчас половина проводов, говорит, слаботочек уже не было. Потому что везде Wi-Fi. Вот, ребятки, в таком духе. Ну все, ребята, я с вами прощаюсь. Наверное, неделю. Вот, ну, я не буду работать. Здесь, конечно, вот никаких как бы, вариантов не будет. То, значит, я выйду через неделю. Давайте, всех обнимаю, всего доброго, до встречи, пока.